Привет, друзья! Я Ирина Фролова, а вы смотрите программу о стильном декоре своими руками с украинским акцентом. Сегодня мы будем творить очередное чудо. В данном случае это будет домашний декор с колосками. Как это делать? Как это будет выглядеть? Расскажет моя гостья Саша Данько. Привет! Привет! Ну, предлагаю начать. Отлично. Из чего будет состоять наша композиция? Наша композиция будет состоять из основы. Это дощечка. У нас будет в декоре использоваться декоративные баночки, краска, кисти, вспомогательный элемент и основной элемент – это колоски. Да, как символ Украины. Один из самых главных, правда? Давай я быстренько пробегусь по инструментам. У нас есть ножницы, про кисточки ты уже сказала, шпагат. Да? Есть поверхность, которая будет заменять нам палитру. И есть вот такая классная штука, название которой я не знаю. Что это? Это строительный степлер. Он нам поможет закрепить наши веревочки, которые будут служить подвесом. Отлично. Главное не пораниться, да? Итак, с чего начнем? Мы начнем с того, что нам надо покрасить нашу досточку. Мы берем наши палетки. И наносим на них краску. Так, смотри, как мы круто с тобой стали. Я левша, ты правша, друг другу мы мешать не должны, по идее. Краску мы выдавливаем из тюбика на палитру. Оп, такой землянистый цвет, да? Да. Ты специально его подбирала, чтобы он гармонировал с колосками? Конечно. Угу. И берем кисточки максимально широкой ширины. Так. У нас есть вода. Угу. Мы смачиваем кисточку. У меня своя вода. Окунаем кисть в краску и начинаем красить нашу досточку. Выбирая древесину для основы композиции, мы ориентировались на мягкость материала, ведь нам нужно будет закреплять в нем элементы декора. Так что остановились на сосне. Такую доску можно купить и отдать в порезку в строительном магазине. Прокрашиваем со всех сторон. А если хотим, чтобы осталась видна структура дерева, просто добавляем в краску воду. Саш, скажи мне, как ты выбираешь досточку для основы? Смотря какие цели мы преследуем. Угу. То есть, если мы хотим более получить грубый декор, мы используем нешлифованную доску. Угу. Если более элегантный и изящный декор, то нам надо использовать шлифованную доску. Теперь берем банку и смотрим, где композиционно хотим ее разместить. Карандашом делаем почти незаметные пометки и далее, работая с краской, не заходим на них. На остальной части нашей досточки мы можем написать, изобразить любую фразу, либо изображение. Поскольку у нас композиция будет с колосками, логично, что нужно написать какую-то ассоциацию про колоски. Думаем о том, с чем ассоциируются у нас колоски. У меня с семьей. А у меня с достатком. Напишем эти слова на украинском. Окей. Угу. Для того, чтобы надпись выглядела аккуратной, сначала намечаем слова карандашом. А уже поверх наносим краску. Мы с Сашей выбрали черную, контрастную основе композиции. Для того, чтобы краска легко наносилась на досточку, нам надо использовать очень много воды. То есть кисточку регулярно надо макать в воду. Дальше мы будем декорировать нашу досточку непосредственно банкой. Для закрепления банки нам понадобится метр жгута. Перекручиваем его два раза вокруг горловины банки и завязываем в плотный узел, оставляя хвостики одинаковой длины. Прикладываем банку в то место, где делали пометки.
Перекидываем кончики жгута на тыльную сторону декора и фиксируем строительным степлером. Кончики срезаем. Теперь закрепим подвес. Берем жгут около 2 метров, формируем его в нужную длину и крепим к досточке так, чтобы не было перекоса за счет тяжести банки. И последний штрих нашей композиции – колоски. Нам нужно их укоротить, чтобы они как раз помещались комфортно в банку. Да. Угу. Декор с колосками для дома готов. С одной стороны, он у нас изготавливался из одной и той же базы, с другой – это получились две разные композиции. Как думаешь, рядышком их можно повесить? Конечно, они очень гармонично смотрятся друг с другом. И слова какие! Друзья, семья и добробут. Це українською. Если вы украинец, если вам дорога Украина, в каком бы уголке мира вы ни находились, такой декор всегда согреет вашу душу.